Смерть всегда рядом. Тебе конец. Как вы попали в мафию? Мафии не существует. Мы Коза Ностра. Мне тогда пришлось смириться. Но Риини было мало. Он убил половину моих родных, убил детей. Я должен был убедить их уехать в Бразилию. Я их отец, они бы меня послушали. Надо убить их, тебе ясно? Пока они не перебили нас. Видите ли, я уже не просто Томмазо Бушетта. Я стал легендой. Мафия не всесильна. У нее было начало, и скоро будет конец.